Господи, дорогая, что ты тут делаешь? Почему ты не собираешься? Я не понимаю. Быстро вставай. Мам, сегодня же пятница. Ты что, забыла? Ты чего? Вот вы именно пятница. Понимаешь? Я не понимаю тебя. Пятница? Что? Как? А, черт, пятница. Ой, я пошла собираться. Завтрак будет на столе. Угу. Привет, меня зовут Кэнди. И да, я поступил в школу, не лучший вид, но все же. У меня нету папы, только я живу с мамой. Родители развелись. В принципе, я даже... Мне это не мешает. Мама, я без завтрака. Опять на своей диете. Нет, я просто опаздываю. Все, мамочка, все. Ой, господи, куда ты так торопишься? Мама! Ну все, все, иди. Ага. Давай, пока. Хорошо. Господи. Господи. Я сейчас опоздаю. В общем-то, вот моя школа. О, привет, где так долго была? А, да знаешь, проспала. А, типичная Кэнди. Побежали на звонок. Сумка, сумка. В кого бы мне влюбиться? Денис. Неплохой себе вариант. Но... Извините, Любовь Ивановна, я тетрадку дома забыл. И учебник. А ты мозги дома не забыл? Нет, вроде. Сиди, блин, дурень. Нет, это не мой вариант. А может... Нет, это слишком толстый. Господи. Почему меня все любят, а не я кого-то? Иди к доске. Замечталась тут. Ладно, ладно. 2 разделить на 9. 2 разделить на 9. Господи, я не учила. Блин, блинский. Я не знаю, сколько будет. Садись, 2. Ну, блин, Любовь Ивановна сказала, садись. Извините, я исправлюсь. Да, ты, конечно, даешь. Ты замолчи. Ну, угу. О, наконец-то звонок. Ура! Звонок, наконец-то, господи. Так, дети, записывайте домашнее задание. Денис, да что ты там, блин, это, может, еще свой пенал погрызешь? Что ты ручку грызешь? Да, типичные уроки. Это реально. Ура, так я побежал. Сейчас быстренько запишу домашку. Номер 139-138. Бегом! Господи Иисусе. Идем, идем, идем. После уроков. Что я маме про двойку. Тем более, Любовь Ивановна говорила, что завтра новенький придет. Да, или 2, я уже не помню. А меня мама не очень капец. Сегодня явно был неудачный день, особенно для меня. Открываю. Привет, мам. Какие оценки? Привет, доча. Мам, почему сразу оценки?
Чего? Двойку получила. Ну-ка, идем ко мне отсчитываться. Вообще уже обнаглела. Господи, мам, да что привязалась? Я должна знать оценки своего ребенка. Неужели двойка? Господи, полмесяца не прошло, так уже ты двойку получаешь. Мам, прошло вообще-то уже почти 2 месяца. Но все равно, какая нафиг разница? Мам, я хочу жить по-своему. Пока ты живешь в моем доме, ты будешь жить по моим правилам. Будешь нормальные оценки, я надеюсь, получать. Это был первый и последний раз. Поняла меня? Или я неясно выразилась? Я тебе могу повторить. Господи, я даже в обморок готова упасть. Не могу прям. Ненавижу таких, как ты. Мам, ты меня ненавидишь, да? Ну хорошо, мам, все, дай мне уже. Я не это имела в виду. Ой, господи. Мама, хватит тут, господи, господи. Вообще, я тут делаю все, что захочу. Мам, я хочу тоже сидеть в компьютере, хочу тоже лайкать фотки. Я тоже хочу делать селфи. Так почему ты их не делаешь? Ты их делаешь. Это моя последняя селфи. Господи. Ох. Когда я последний раз сидела ВКонтакте? Где там мой телефон? Вот ты мой красавчик. Пойдем-ка со мной. Как хорошо отдыхать. О май гад. Мне очень нравится.